Как легко и быстро покрасить плинтус при поклейке на натяжной потолок. Наверное, я не рассказывал, в следующих видео я покажу, что при поклейке плинтуса на натяжной потолок мы не приклеиваем его к потолку, приклеиваем только к стене на жидкие гвозди, либо на шпаклевку. Включил? Да. В первом проходе мы подкладываем бумажечку на швы стыки плинтуса, бумажечку. Можно ее продвигать и выкрашивать. Можно также катать валиком. Мне с подручными удобнее прокрасить кисточкой. Но, как видите, продвигать не всегда удобно, приходится продвигаться. Поэтому иногда я использую более ленивый способ. Сейчас намажу кисточку краской и покажу. Так как натяжной потолок не приклеивается к потолку, мы просто поднимаем его, прокрашиваем верхнюю часть. И прокрашиваем нижнюю. Этот способ очень удобен при покраске плинтуса до обоев. Я стараюсь прокрасить нижнюю часть с заходом на стену, потому что при подгонки обоев, даже если где-то вы подрезали обойки неаккуратно, то за счет того, что белый кантик заходит на стену, на шпаклевке, она не будет светиться. Если вы где-то испачкали тряпочкой, тут же вытирается потолок натяжной без проблем. Вот эмульсионка стирается в сыром виде. Все. Спасибо за просмотр.